С наступлением осеннего похолодания в поселке Борки стало легче дышать. Местные жители радуются ушедшей жаре еще потому, что стало меньше мух и неприятного запаха. Мусорный коллапс, который вскоре может здесь наступить, настоящая проблема. Борки просто утопают в мусоре. Компания по вывозу отходов не справляется с его количеством. Приезжает, ну, видимо, одна мусорка на все районы. Ведь вот из тех домов сюда носят, из села, и мы просто мало, наверное, не хватает. Строительный мусор, бытовые отходы, старая мебель. Чего здесь только нет. Все это лежит рядом с мусорными контейнерами. Если из бункеров вывозить более-менее успевают, нам об этом рассказали местные жители. Видимо, одного бака может быть мало. Может быть, где-то в районе там надо еще поставить туда, в селе. Ведь вот они оттуда сюда носят. А кто и возьмет, и там в яму бросит. Поэтому вот такая ситуация-то. То все, что остается возле, лежит здесь неделями. Нетрудно представить, почему вдоль дорог и во оврагах валяются пакеты. Мусорный бак переполненный. Вот, видимо, высыпают грязь, а вот вокруг не убирают. И вот это вот зловоние. Хорошо, вот сейчас вот не так, а жарко-то было, что было здесь. Все, что нужно, это установить еще несколько таких контейнеров. Сегодня на несколько районов он один. Если этого не сделать, Борки превратятся в одну большую свалку.